Утро – это очень круто! С добрым утром, малыши! А также их родители, бабушки и дедушки! Вместе с вами просыпается Хрюша! И Антон Зорькин! Привет! И сегодня с наступающими праздниками! Всех нас пришли поздравить очень талантливые ребята! Это группа Бум! Привет, ребята! Привет! С Новым годом! Такие нарядные, такие красивые! Спасибо, что нашли время к нам сегодня прийти! А мы пришли к вам с подарком. Ведь на Новый год принято радовать друзей сюрпризами. Да, это традиция. А какой такой сюрприз, а? А вот сами посмотрите, это же сюрприз. О, смотри, какой большой подарок. Да-да-да. Так, сейчас я разверну, Хрюш, и посмотрю. Так, ой, упаковали то, что надо прямо. Красивая обертка. О, смотри, какой подарок. Так, это... Так, фольга. Фольга тоже красивая. Разворачивайте. Еще фольга. Хрюша. Открывайте. Странно. Все разворачиваешь и разворачиваешь. Да подожди. Ну, а где же подарок, да? Подожди. Ну что ж такое? Еще фольга. Ого. Это вы упаковали на славу, я знаю. Еще фольга. Ну, дела. А папа узнает, что там внутри-то? Да, подождите. Ну не может быть. Сейчас я разверну. Еще. Вот это сюрприз. Ого. О, я уже его вижу! Вот он, наверное! Да? Ой, да подожди! Снова бумага, что ли? Ого! Ну давай, еще немножечко! Сейчас, давай. Все, подожди! Ну почти все уже! Чуть-чуть! И... Нет, еще! Вот ребята хитрые, сидят, улыбаются! Ой! Распаковал! Да что ж такое-то? Это где подарок-то? Вот же он! Дед Мороз! Он малюсенький! Да. Вот это вы нас разыграли! Ой, какой красивый Дедушка Мороз! Ребят, спасибо большое! Ребят, а как вы празднуете Новый год в своих семьях? Есть ли традиции или истории какие, а? Ну, лично наша семья каждый год в Новый год садится за большой стол. И когда звучит речь президента, мы распаковываем подарки. Ух ты! Классно! Как это, наверное, и мандарины, и много вкусных салатов, и, наверное, газировки полно, да? Ну да. А под куранты, под бой курантов желание загадывайте? Конечно, как же без этого? Девчонки, а вы расскажите, Вика. Мы всегда отмечаем Новый год всей семьей. Так. Собираемся у бабушки с дедушкой, накрываем красиво на стол. Там всегда много бабушкиных вкусняшек. Мы садимся за столом всем семейством. И у нас самое главное блюдо – это оливье. Оливье! Ну, конечно, как же без него? Конечно. Расскажи о традициях в семье у себя. Желания загадываем, радуемся, кричим. Правильно, А потом ночью выходите гулять? Да, конечно. Выходите смотреть салюты на улице, да? Да. Ой, скоро все это мы все с вами будем исполнять в жизни, в реальности, потому что скоро будем встречать новый 2017 год. Да. Ура. Ну, раз вы нам с Хрюшей преподнесли подарок, то и мы вам сделаем небольшой такой вот мини-конкурс и подарок. Пожалуйста, возьмите тарелочки. У меня к вам вопрос, а вы любите конфеты? Конечно. А мы хотим вас угостить конфетками. Все любят сладкое, и вы в Новый год сладости тоже можете есть сколько угодно. Но чтобы съесть конфеты, вам нужно их развернуть. Вы думаете, это просто? Хрюш, расскажи ребятам, как им придется потрудиться. Да, потому что раскрывать фантики вы будете вот в этих варежках. Да. А мы потом подсчитаем, у кого больше получится. Так, готовы? Да. Хрюш, давай, 3-4, на старт! На старт! Внимание! Марш! Давай быстрее. У тебя получится, я верю. Еще! Быстрей! Давай. Вы же бум! Давайте устроите настоящий бум! Так, я вижу пока 1-1 или 2-1. Какие вкусные конфетки. Еще. Вот быстрее. Хрюш, такая вкусная конфетка. Очень. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Молодцы! Итак, команда Егора, считаем конфеты. 1, 2, 3, половинка с вкусной луной. 4, 5, 5 конфет. Хорошо. Итак, Вика, давай свою тарелочку. Считаем у тебя. 1, 2,
А все. Еще? Да. Ну, а я считаю, вы знаете, что сегодня в предпраздничные дни 5 равняется 2. Значит, победила дружба! Ура! Ура! Браво, браво! Спасибо, спасибо большое! А у нас для вас еще один подарок, только уже не шуточный, настоящий. А так как мы музыкальная группа, мы принесли вам в подарок песню. Ура! Будем слушать? Да, будем слушать. В двери в ожидании детвора. Только тот, кто в чудо верит, открывайте дверь, пора. Вместе с запахом корицы, мандаринов и свечей Новый год ко всем стучится. Открывайте дверь скорей. Разноцветные гирлянды разукрасили Москву. Ёлки модные одели в серпантин и мишуру. Детишек, разноцветный хоровод. Хорошо, что есть на свете светлый праздник — Новый год. За окном колдунья вьюга расстилает свой ковер. А я метель подруга вяжет кружевной узор. Волшебство проникнет всюду, для него преграды нет. Озорное конфетти, ледяные городки, новогодние сюрпризы, цирковые антрепризы. Никого не обойдет добрый праздник — Новый год! Здесь Маша и Витя, здесь Герда и Кать, разбойница всем испекла каравай. Здесь принц и принцесса, мужчина и король, для каждого здесь приготовлена роль. Друзей собирает цветной хоровод. Спасибо, спасибо тебе! Новый год! Спасибо большое! По-настоящему такой бум-бум был в студии сейчас! Спасибо! Мне очень понравилась эта новогодняя песня! Ребята, с наступающим вас Новым годом! И вас тоже! Спасибо. И, кстати, подписывайтесь на инстаграм Хрюши. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Самые классные фотографии и видео только у Хрюши. Но прямо сейчас покажи класс, не переключайтесь. Ребята, живите активно и мыслите позитивно. И оставайтесь на телеканале Карусель. С добрым утром, малыши!